Здравствуйте, товарищи. Вот вы скачали игру, установили, прошли обучение. И у вас в ангаре робот Мантис, который дается на первом уровне. На втором уровне дается робот Геркулес. На третьем уровне робот Гризли. Они все схожи, за исключением того, что у них у каждого свои способности имеются. У них у каждого по два легких слота, на которые нужно что-то установить. И способности Мантиса. Прыжок, мы видим. У Геркулеса рывок, у Гризли бег. Энергобарьер, как у робота Предатор, у них отсутствует. На начальном уровне к роботу Предатор нужно стремиться. Накопить золото или купить его за реальные деньги. Очень хороший робот на начальных уровнях. Сейчас мы будем смотреть этих трех роботов Мантис, Геркулес и Гризли на разных вооружениях. Ну, сегодня начнем с Мантиса. А, возможно, и других мы не будем рассматривать, они все схожие. Нет смысла одни и те же вооружения на всех трех рассматривать. Говорю еще раз, все три робота отличаются только своими спецспособностями. Прыжок, рывок и бег. Давайте снарядим робота Мантис. Так, у робота Мантис два легких слота из вооружения. Так, представлено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 видами оружия. Начнем с Батфлай. Батфлай это у нас получается 500 метров стреляет. Это ракетное вооружение, 500 метров стреляет, перезарядка 3 секунды. Я на нем на начальных уровнях активно играл, когда начал играть в эту игру активно. Нравилось вооружение, вам советую. Но потом, когда я пересел на вооружение ВАСП, которое стреляет на 300 метров, я был приятно удивлен, потому что роботы сжигались, уничтожались гораздо быстрее и с большой эффективностью. Ну и давайте не будем терять времени, вооружим нашего Мантиса оружием Батфлай. Вот у нас на роботе установлено оружие Батфлай, и полетели в бой. Так, помним, что оно стреляет 500 метров. Расстояние до врагов нужно учитывать, несомненно. Если будет 600 метров, стрелять не нужно. Возможно, это звучит глупо, но поначалу новички зачастую ошибаются. Так, к сожалению, у меня здесь будут все роботы, союзники и противники 20 уровня. Ну, мы смотрим механику, да, вооружение, механика. Так, вот так оно стреляет. Урона, как видите, очень мало. Робот Мантис, прыжок. Так, это здоровый робот Титан. Топовый робот, которому я даже не смогу снести энергобарьер. Да, немножко отлетает. Так, вот есть у нас враг без энергобарьера. Берем его в захват. Так, где ты? В захват взяли, прыгаем, стреляем. То есть это оружие у нас оружие поддержки. Большого урона вы на нем не нанесете. А вот когда вот союзники и враги там толкаются, дерутся, вы помогаете союзникам, так вот подстреливаете вражину издалека желательно. Давайте переходим к следующему вооружению. Следующее вооружение у нас Dragonfly. Дальность 600 метров, перезарядка 2 секунды, урон на вашем экране 1237. Полетели в бой. Также это оружие поддержки. Большого урона вы на нем нанести не сможете. Мантис. Так, и полетели в бой. Прыжок нужен не только, чтобы преодолевать препятствия. Вот мы видим, да? Приближаем наш союзник. Это у нас робот Watcher на плазме. Плазма в игре очень эффективна. Так, у нас 600 метров. Мы уже можем вести огонь. Давайте, начинаем. Как мы видим, даже с непрокачанным оружием, да, вполне неплохо наносится урон. А если таких слотов будет 6,
на начальном уровне вот два слота, вот примерно в середине эволюции вашей в игре у вас будет 4 слота, вот такой робот будет. А в топовой конфигурации у вас будет 6 слотов. Так что, скорее всего, даже вы можете довольно сильно неплохо помогать. Не только поддерживать, но и совершать прорывы. Но оружие для прорыва это другое. Мы его впоследствии посмотрим. Это оружие в основном поддержки. На средней дистанции вы поддерживаете союзников. Так, кто-то там сливает. О, вот он, видите, вот там плазма. Иероглифы непонятные. Но мы можем подпрыгнуть ему. Сделать небольшой сюрприз. Но видите, его робот Титан закрыл своим энергобарьером. То есть тоже военная хитрость, так сказать, в игре, да? Когда есть у вас робот с энергобарьером, а у вас нет энергобарьера, вы держитесь около союзника своего, и он будет вас закрывать от пуль. Давайте, на нас пока не смотрят. Постреляем. Вот, вот, вот. И прячемся. Можно было сильно не выходить, в принципе. Все. Расстояние, видите, у плазмы в верхнем левом углу 550 метров видим. В принципе, если я уйду на 560 метров, я могу безнаказанно его сливать. Но карта, видите, там скорее всего... А, его убили уже. Тут, видите, всякий рельеф местности. Скорее всего, на 600 метров, 560 я не смогу уйти, чтобы безнаказанно сливать врага. Так, вот. Тот же самый противник. 600 метров даже меньше, и мы его сливаем. А у него оружие тоже 600 метров. У него два дробаша и два таких вот драгонфлая. Так что, в принципе, у него радиус действия такой же, как и у меня. Давайте, сливаемся, не будем это оружие больше тестировать. Перейдем к следующему. Установили дробовики, хаммер. Хаммер у нас за голду. 1200 голды стоят, но они себя... 100% оправдывают свою цену. Они очень эффективны, но эффективны, конечно же, вблизи, как и любые другие дробовики. Дальность у них 500 метров, но эффективная дальность 100 метров и меньше. Полетели в бой. Способность дробовиков перезаряжаться во время стрельбы. При расходовании боезапаса в обойме, вы, если продолжаете огонь, то стрельба в два раза медленнее происходит. И автоматически боезапас перезаряжается. Боекомплект перезаряжается. Так, чтобы нам эффективно продемонстрировать, эффективно играть, а мне вам продемонстрировать всю огневую мощь дробовика, мне нужно подойти как можно ближе. Но у робота Мантис нет энергобарьера и маленькое количество хп, поэтому это чревато для здоровья подойти вблизи. Для сильных врагов, против сильных врагов. А враги здесь, напоминаю, 19-20 уровень. С такими врагами вы не будете встречаться, пока не прокачаетесь. Ну, а мне придется терпеть и как-то тут крутиться. Ух ты, что-то там произошло. Разрыв соединения или что, непонятно. Так, где же мои союзники? Видим, видите, неправильное отображение теней. Все черненькое. Какое-то темное место. Так, ну и давайте постараемся зайти сбоку как-нибудь. Опа, на нас смотрят. Внизу есть полоска хп, 27 тысяч хп. Это очень-очень мало для 20 уровня. Так, давайте этого поразбираем. Ну-ка, вот, мы разобрали, отлично. Вот, наблюдайте, да? Как много сливается хп вблизи. Просто шикарно. По-другому не скажешь. Ну-ка. Давай. Отлично. Робот первого уровня. И уже убил несколько двадцаток. Что не может не радовать. Так. Даже мы можем вести огонь. Вот, 150 метров. Видите, значительно меньше хпшки улетает. Значительно. Чем мы стреляли вблизи. Вблизи, когда мы стреляем, урон просто адовый. Сразу отправляем в преисподнюю врагов. Так. Когда мы попадаем, когда враг загражден нашим союзником, то урон не наносится.
Вот так, получай, с энергобарьером. Энергобарьер ему сняли, и мы его забрали. То есть, когда вот стоят союзники, а потом враги, то надо как-то или в бок противника стрелять, или обходить. Так, 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 опа-на. Все. Переходим к следующей сборке. Установили плазму Фантом на Мантиса. Плазма стоит 1200 голды. Дальность у нее 550 метров. Перезарядка полсекунды, то есть в секунду два выстрела делает, и урон на первом уровне 1757 единиц. Особенность плазмы в том, что высокая скорость полета снаряда, сгустка плазмы, игнорирование энергетического барьера. Таким образом, играя на ракетах, пулеметах, дробовиках, вы сначала снимаете энергобарьер роботу и потом непосредственно наносите урон его ХП. А играя на плазме, вы непосредственно сразу сливаете робота, что вполне очень эффективно, даже с непрокачанной плазмой. Плазма у меня это 11 уровня, 2 легких слота. И вы сейчас заметите, что даже при такой конфигурации 2 легких слота будет очень-очень эффективно, если, конечно, меня не убьет другая плазма. Или что-то другое дальнобойное. Карта у нас большая, делаем приближение и вот наблюдаем. Вот. Много раз промазывал. 550 метров. Можем... Так. У этого робота мы видим ракеты. 300 метров. В верхнем левом углу написано. И Данила у нас уходит в ангар. Слил робота вотчера. Ну-ка. Он даже остановился, видите, в конце. Он так расстроился, что просто в конце пути своего остановился и уже понял, что его судьба предрешена. Вот такая вот плазма. Самое главное, мне на моем роботе первого уровня без энергобарьера никого не подпускать вблизь. Это будет для меня фатально. Если, соответственно, у вас потом уже робот прокачанный, робот с энергобарьерами, вы можете уже, в принципе, идти и продавливать атаку, помогать, защищать и тому прочее. Сейчас я показываю просто механику, да? Показываю механику, но у меня первое место и почти 200 тысяч урона. А моя команда не набила ничего. Вот такая вот плазма. Давайте переходим к следующему вооружению. Следующее вооружение это сепаратор. Сепаратор это миниган ближнего, соответственно, боя. 400 метров, перезарядка 2 секунды. Когда я активно начинал играть в эту игру, я это оружие любил наравне с оружием ВАСП. Это было мои два любимых вооружения. Оружие ВАСП будет у нас следующим. Давайте сейчас посмотрим, как ведет себя сепаратор. Так, вот у нас начало боя. Так как это оружие ближнего боя. Блин, вот конечно цель не подходящая. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот мы наблюдаем, да? Я разрядил почти всю обойму и даже не смог ему снять энергобарьер. Но таких врагов у вас не будет в начале боя. Так, все, этот бой будет неудачным. Ну давайте. Ну что получится, хоть вот пошло сливаться хпшка, вот видите, да? Так. Выходим в бой и зайдем заново. Оружие также у него высокий ДПМ, урон в минуту. Но недостаток в том, что если робот с энергобарьером, то уж будьте добры снимать ему энергобарьер. Так. Поэтому у нас в игре люди не любят заморачиваться с этим всем делом, что вполне логично. И ставят плазму, потому что покамест нет роботов с физическим щитом. Карта у нас большая, кто-то там стоит кемперит. Вот он, кемпер. Мы видим, слева написано 800 метров, кинетическое вооружение. То есть какие-то пули у него будут 800 метров. И он нас может убить очень легко. У нас дальность 400 метров. Попробуем давайте подойти. Кого-нибудь побить. Вот мы видим ближайшую цель. У нее нету энергобарьера. И кто-то ее сливает. Он у нее рывками хпшка уменьшается.
Это, скорее всего, был вот этот плеер, который только что умер. Так, делаем захват цели и стреляем. Вот. Всего лишь два слота, и видите, робот, в принципе, очень так неплохо сливается. Вот, отлично. Так, оружие не нужно полностью обойму опустошать, оно перезаряжается, когда вы отпустили кнопку стрельбы. Вот, нас враг не обращает внимания, это даже очень хорошо. Но у врага есть дробовик, и этот дробовик сейчас может нам принести очень большие неприятности. Так, вот по мне прилетает урон откуда-то. Непонятно. Стараемся увернуться от пуль, но не получилось. Нас убили. Так, давайте переходим к следующему вооружению. Оружие ВАСП. Изначально и до сих пор я играю на этом вооружении. Оно мне очень нравится. Оно приносит неприятные сюрпризы для врагов, так как у этого оружия высокий разовый урон. Если вы устанавливаете это вооружение на прыгающего робота, стоите за укрытием, выпрыгиваете, заливаете врага ракетами. Все, враг идет в ангард. Полетели, протестируем, как оно себя ведет. Стреляет оно на 300 метров. Еще раз повторюсь, у него высокий разовый урон. То есть на этом вооружении нужно или выйти из-за угла, или прыгнуть, разрядить обойму и спрятаться и сидеть ждать, пока оружие полностью зарядится. Так, вот оно. 14 ракет. Разрядили, после этого ракеты летят медленно. И после этого нет смысла особого стрелять по врагу, потому что враг, скорее всего, вас быстрее сольет. Поэтому мы идем, выбираем цель, которая на примерно 300 метров или ближе. Как бы не получить, здесь очень много врагов, опасное место. Так, враги спрятаны, там 400 метров. Я на своем роботе первого уровня, наверное, не смогу подойти, поэтому пойду вот так вот. Пройдем под мостом. Оружие у нас тем временем полностью перезарядилось. Вот есть враг 200 метров, можно в принципе... А вот он вышел. Вот его заливаем. Замечаете, да? Просто враг сгорел. Не отобразилось, что я убил. А кто его убил? Вообще не отобразилось, кто его убил. Видите, таблица результатов. Я нанес 31 тысячу урона, и непонятно, кто его убил. Враг сам вышел в ангар. Возможно, разрыв соединения. Так, берем немножко повыше и заливаем. Вот, все, видите, пол робота нету, прячемся. Если бы мы сейчас стояли бы, нас бы заливал враг. Все, врага убили. Убили, ну и ладно. Не наш враг, зато мы остались живы. Так, выбираем цель. На прыгающем роботе можно не обходить. Так. Так. Вот, почти пол робота мы сняли и прячемся. Прячемся. Соответственно, понимаете, да? Если у вас... Это на первом уровне. Ну, хотя оружие у меня прокачано. Но впоследствии, когда у вас будет уже несколько слотов, на первом этом роботе первого уровня, у которого два легких слота. А если, соответственно, у вас уже 3, 4, 5, 6 легких слотов, и вы с них стреляете, да? Представляете, как себя чувствует враг? Враг просто отправляется в ангар сразу, незамедлительно. Так. Вот у нас по урону первое место. Играем на роботе первого уровня. Можно понизу пострелять ему, поверху пострелять. Ой, что-то далековато улетело. Так, что там толкаешься? Ну, видите, у парня есть дробовичок. Ой, промазал. Дробовичок и ракеты, которые дальнего радиуса действия. Урон у них поменьше. Поэтому вблизи на таких ракетах идти не надо. Так, у этого робота 5 легких слотов. Робот называется Бизон. Вот, ему сняли энергобарьер. И можем мы ему заливать ракетами. Вот так вот. Просто чума.
Играем, видите, от укрытий. На этом вооружении нет смысла идти в атаку. Вышел, отстрелялся, ушел. Куда я там попал? А, я по переднему роботу попадал. Так, ну не толкайтесь, не толкайтесь, ё-моё. Давайте, чтобы они друг другу не мешаться, пойдем вот сюда вот. Можно из укрытия не выходить. Поймали в захват цель, прыгнули, постреляли. Все, и мы опять за препятствием. Урон мы не получаем. Опа-на. Какой-то хитрый идет сверху. Не отобразилось почему-то, но это он нас убил. Такое в игре бывает, что ракеты летят или плазма, но она не отрисовывается. Печалька. Переходим к следующему вооружению. Следующее по списку у нас оружие ГОСТ. Вот оно так замечательно выглядит красиво. Дальность у него 350 метров. Перезарядка 1,5 секунды. Урон почти 2000 единиц. На этом вооружении я не играл. Играют буду первый раз. Давайте вместе посмотрим, что он из себя представляет. Полетели. Ну, 350 метров это оружие ближнего боя однозначно. Но почему-то у него маловато урона для оружия ближнего боя. Так, мантис. Ну, стреляет оно как-то бодрее, да? У него есть обойма, в обойме сколько? 16 патронов. 16 патронов. Довольно-таки быстро оно заливается. Но надо учитывать тот факт, что плазма предыдущая, которая была, она стреляла 550 метров. Поэтому, чтобы подойти и разрядить свою обойму во врага, вам нужно каким-то образом обходить, по открытым пространствам не идти, потому что вас, скорее всего, заберут. Так, ракеты 600 метров стреляют. Ты кто там? 400, у него 800 метров дистанция. Ну вот мы к нему подходим. Так, он за укрытием. Приближаемся и давайте... Так, не получается по нему попадать. Он за укрытием. Так. Ай-яй-яй. Блин, у него плазма. Ну вот, на первом уровне. Ну, заливается неплохо, я вам скажу. Оружие не прокачанное. Также можно не ждать полностью, когда зарядится обойма. Можно стрелять сразу. Если обойма полностью разряжена, то мы стреляем вот такими рывками. По два залпа. Так, давайте от этого... Так, а он на нас агрился. У него дальность 550 метров плазмы. И еще у него там какое-то кинетическое вооружение 800 метров. И он хочет нас забрать. Вроде бы да, он от нас отстал. Давайте попробуем сходить к той кучке врагов. Так, аккуратненько выглядываем. Да, вроде нас не смотрят. Воку нами не интересуется. Ну, первое впечатление у меня, да, я, как и вы, на этом вооружении играю впервые. Ого, у нас маяков позабрали, все маяки не наши. Сейчас бой закончится не по смертям, да, не по убийствам, а по маякам. У нас время закончится. Первое впечатление очень положительные, очень дамажное вооружение. Получается, это оружие прорыва. Ай-яй, кто-то мне сзади дамажит. Представляете, да, что будет, если оружие прокачать? Вот бой закончен. Даже на первом уровне, еще раз повторюсь, очень неплохо, очень. Ну, место, конечно, у меня предпоследнее. Но прокачайте, покупайте робота с большим количеством слотов, устанавливайте, и будет урон значительный. Переходим к следующему. Вооружение Хаунд. Дальность 600 метров, перезарядка 12 секунд, урон на первом уровне 4662 единицы. Полетели в бой. Это вооружение непосредственно поддержки. Много урона вы не нанесете, но можете на нем эффективно помогать своим союзникам, которые будут на переднем фланге, а вы будете где-то сзади за укрытием стоять.
Эта карта маленькая, и здесь будет мне не очень комфортно играть. Это оружие требует захвата. Сделали захват, стреляем. И это ракеты, эти ракеты попали в бочку. Давайте попробуем. Ждем перезарядки, и видите, оружие еще не перезарядилось. 12 секунд. Прыгаем и стреляем. Ну-ка, а сейчас? О, попали. То есть, если вы... По мне активно кто-то заливает сбоку. Если вы прыгаете и стреляете, то вероятность попадения во врага значительно больше, чем когда вы непосредственно с земли пускаете. Так. Ну, здесь можно пустить с земли. Препятствий никаких нету. Вот, мы его убили с трех залпов, так сказать. При активной поддержке, да, союзников. Вернее, наоборот, мы им помогаем. Не они нам помогают, а мы им. Потому что мы носим немного урона. Так, вот сейчас мы можем, в принципе, забрать врага. Его уже забрали. Так, вот там вот. Прыгаем, стреляем. Ракеты полетели. В нас что-то летит непонятное. Это, походу, оружие Quake. До него еще дойдем. И меня сейчас вроде должны забрать. Хопана. Но видите, эта конструкция строительная меня защищает. Это оружие Quake. Оружие Quake интересное, но тоже. Так, кого-то мы вроде убили и не убили, непонятно. Но отобразилось, что это не мы его убили. Оружие Quake интересное, но тоже оружие поддержки. И на нем очень сложно попадать. Так, опана. Нас убили с пуль. Давайте, переходим к следующему вооружению. Следующее на очереди оружие Prosecutor. И название длинное, и стволы очень длинные. Выпирают очень сильно вперед. Это, судя по виду и судя по характеристикам, вы сами понимаете, что это снайперское вооружение. Урон не сильно большой. Перезарядка 15 секунд, но дальность 800 метров. Дальность компенсирует небольшой или, так скажем, средний урон, потому что небольшим его не назовешь. То есть вы должны выбирать недобитка, подранка и отправлять его в ангар. Такой смысл, замысел у этого вооружения. Так, включаем прицел. Вот мы можем по этому роботу стрелять, но у него энергобарьер. Это не подходящая цель для нас. Ну что? По ком мне пострелять? Там тоже энергобарьер, вот по этому врагу можем пострелять. Давайте. Ой, как-то я прыгнул неправильно. Вот он. Нажимаем, все. Дело сделано. Уходим и стоим 15 секунд в ангаре. Ой, в ангаре, за стеной ждем. Вот они летят, эти вот квейки. Видите, парень вообще на них не попадает. Это оружие очень сложное в управлении. Так, у нас тем временем перезарядилось вооружение. Выходим, стреляем и уходим обратно в защищенное место. Но это место уже не такое защищенное, потому что враги все ближе и ближе. И никто меня... Вот он есть, робот ближнего боя. Сейчас он будет, в принципе, их убивать, а я буду помогать. Стреляем, прячемся. Так, враги на нас не обращают внимания. Это очень хорошо. Мы уже на снайперском вооружении играем вблизи. Убили. Так. Ну давай, 800 метров. Вот какой-то араб или кто играет, что-то непонятное. Вот. Можем там стрелять. Я промазал. Давайте ждем 15 секунд, и я постараюсь исправиться. Я бы тоже рекомендовал бы разработчикам сделать зум у прицела. Так, ну здесь должен попасть. Все, попал, отлично. Прицел есть, но насколько он приближает? Ну не знаю, маловато, мне кажется. Какие-то были лаги, враг дернулся. Так, мы можем стрелять, не можем. Можем. Опа, мы забрали, видите.
Полетела нога у робота. Отлично. Так, давайте запрыгнем на гору. У этого щит. У этого нет щита. У роботов движение. А, нет, тут щит есть. Видите, энергобарьер. Просто не отображается он. Давайте стреляем. Да. Вот он, энергобарьер, отображается. Вот поэтому можем разрядиться. Так. Забрал. У этого, видите, робота. Дробовичок. И пулеметы. И ракеты. То есть сборная солянки. Но для ближнего боя. Робот в движении. Отлично. Это, напоминаю, первый уровень. Первый уровень оружия. Вот видите, кто-то его сливает. Дамажит. Непонятно кто. Вот, скорее всего, вот этот робот. Отлично. Так. На меня вроде не обращают внимания. Можем постараться попасть по верхней части этого робота. Ну-ка, ну-ка. Перезарядилось. Стреляем. Не попали. Попали в здание. Надо было брать немножко повыше. Через 15 секунд у нас будет еще один шанс. Ну-ка. Дайте попробовать. Опять я попал в здание. Ну, поняли. Оружие снайперское. Оружие поддержки. Если команда ваша тащит, то вы можете стоять за командой и ей помогать. Ничего мне не дали, ни голды. Всего лишь 11 тысяч серебра. Это вообще ни о чем. Но зато у меня не последнее место. Кто-то играл еще хуже меня. Это радует. Переходим к следующему. Оружие Райс. Стоит 1900 голды. Для робота Мантис мне пришлось купить целых два вооружения. Это у него ушло 3600 голды. Это довольно-таки дорого. Оружие самое дорогое. Давайте посмотрим, это оно стоит вообще его покупать. Цену свою оправдывает или нет. 750 метров, 2 секунды перезарядка. Урон 3765 единиц на первом уровне. Особенность оружия, мало того, что оно плазменное, оно должно накапливать заряд. Если вы будете стрелять ненакапленным зарядом, то вы будете наносить мало урона. Вы видите возле вооружения синие круги слева-справа. Стреляем. Все, стрельнули. И замечаете, что круги постепенно наполняются. Соответственно, чем полнее круг, тем больше урона вы наносите. Оружие 750 метров, поэтому мы можем стрелять издалека. То есть кемперить. Врагов-то... Опа, это мы попали, да? Да, это мы. Врагов-то очень бесит. Врагов-то очень бесит. А нам это на руку. Дальше 750 метров стреляем. И мы попали в камень. Поэтому, конечно, учитывайте рельеф местности. Вот мы видим у союзника дробовик и 4 плазмы. Эта сборка очень эффективная. Так, что у нас зарядом? Не весь наполненный. И стреляем. Ё-моё. Извиняюсь. Сейчас я исправлюсь. Так. Дайте попробуем пострелять. Вот этот нагибатор уже сделал 7 фрагов. Так, вот мы видим подходящую цель. Что-то я не понял. Получается, есть разброс. Ну-ка. Сейчас попал ровно в цель. Насколько знаю, у плазмы нет разброса. Это какой-то был, скорее всего, глюк. Вот стреляем ровно в робота. Попадаем, да-да-да. Все нормально. Урона, как видите, немного. Немного урона. Но зато у него высокая дальность. Сколько у нас? Почти полностью накопился. Давайте полностью заряжаемся и стреляем. Посмотрим, сколько будет. Даже сделаем захват цели, чтобы я не промазал. Стреляем. Ну, для первого уровня вполне неплохо. Дальность большая, поэтому что нужно делать? Залазить на какое-нибудь укрытие. Занимать высокую позицию по горизонту. И конкретно туда снайперить.
захватываем, стреляем. Врага уже забрали. Так. Враг, видите, очень далеко, но мы можем по нему стрелять. Давайте его обрадуем. Пульк. Стреляли не полностью заряженным вооружением. Урон был маловат. Давайте ждем, пока зарядится. А видите, враг идет к нам, потому что у него, видите, плазма, я вот замечаю, 550 метров. 700 метров. Стреляем. Отлично. Представляете, что будет, если у вас будет 6 таких вооружений, и они будут прокачаны хотя бы до 10 уровня. Мне кажется, сразу вы пол робота снимете. Но это нужно, конечно, считать. Захват. Огонь. Отлично. Это нужно, конечно, считать, но мне кажется, это будет очень неприятно врагу, даже если вы не пол робота сразу заберете, а четверть. Это будет мало приятного. Захват. Полностью заряжаемся. Отличненько. Почти забрали. Отлично. Я сделал фраг в конце. Переходим к следующему вооружению. Оружие Quake. Самое дальнобойное в игре, 1100 метров, перезарядка 1,2 секунды, урон 1057 единиц. На первом уровне урон небольшой, и это компенсируется дальностью поражения вооружения. Оно самое дальнее в игре. Полетели в бой, посмотрим. Полет ракеты осуществляется по дуге, то есть перелетает все укрытия, все препятствия и попадает непосредственно во врага сверху. Выглядит это примерно вот так. Дальность 620 метров, и мы все ракеты пустили мимо. Да, печально. Как вы поняли, вы можете стоять спокойненько в укрытии за каким-нибудь там камнем или вообще в дальнем конце карты. И дамажить врага, конечно, если попадете. Попасть на нем довольно проблематично по движущимся целям. Вот стоит за укрытием. Стараемся по нему попасть. Он пошел. Все. Бесполезно стрелять. Пока ракеты летели, враг уже поменял место дислокации. Там вот тоже враг гуляет. Давайте его обрадуем. Попугаем даже, так сказать. Нет, пока ракеты долетели, враг уже тоже поменял место дислокации. Нам нужно выбирать неподвижную цель. Или медленно идущую хотя бы. Так, не ты, вот ты. Вот медленно идущий враг. Разряжаем в него всю обойму. И ничего, мы не попали. Что по урону? Ну вот 634 единицы урона я нанес. Это... просто кот наплакал. Так, вот этот. Вот, урон пошел. Да, вот, видите, урон идет. Тут, в принципе, нет значения, куда смотрит робот. Я вот, видите, повернут вправо сейчас, а ракеты летят куда надо. Вот 13 тысяч, почти 14 тысяч. То есть вы цель захватили, захватывается она моментально. И уже непосредственно вы можете корпус поворачивать. Это не влияет на траекторию полета ракет. Вот идет моя смерть. Ой, блин, перепутал. Так, что у него там, пулеметы и дробовики? Да, он мне с одного выстрела и убьет. Так, давайте поэтому постреляем еще. Может, заберем. ХПшки у него немного. Вот, вроде должен попадать сейчас. Вот, да, попадаю. Когда обойма разряженная, у вас становится стрельба медленная. Где-то примерно, ну, два раза медленнее получается. Так, давайте поэтому постреляем. Сколько у меня? 19 тысяч урона я нанес. Это очень мало. Команде вообще не помог. Предпоследнее место у меня. У второго места урон интересный. 66 668. На этом все. Мы разобрали все вооружение для легкого слота. Не только для робота Mantis.
А даже для других роботов вы на основании данного видео можете делать выводы и собирать робота на основании того, что вам больше подходит, что вам по душе. Вот робот топовый, робот Патрол. У него 6 легких слотов. Чтобы показать вам вооружение ВАСП, я, соответственно, снял, поставил сюда пулемет. Давайте сейчас поставим обратно ВАСП. Так, ВАСП. И просто покажу, как этот робот показывает себя в бою. Непосредственно эту сборку, потому что она мне очень нравится. Также на эту сборку, на робота Патрол, делаю сборку из плазмы. Тоже очень эффективно. Робот Патрол, еще раз повторюсь, это топовый робот. Стоит 6000 с чем-то голды. Это очень дорого. Так, 300 метров можем стрелять. 6 легких слотов, 6 ракет. Высокий разовый урон. За раз мы практически любого робота можем забирать. Если, конечно, у робота есть энергобарьер, это для нас печально, но не проблематично. Можем прыгнуть, пострелять и в укрытии. Вот мы видим, сняли энергобарьер и почти половину робота. Что с тобой, дитя мое? Так, и добиваем. Кого-то там мы забрали и еще одного забрали. Отлично. Так, сидим в укрытии. У нас есть энергобарьер. Мы боимся, в принципе, только плазму. Прыгаем, забираем это просто. Ну, можем, в принципе, уже не бояться. Мы видим, что противники слабые. Можно не сесть в укрытие, а идти и конкретно тащить. Танковать, продавливать. Что-то они начали меня активно дамажить. Ну, урон мне не наносится, но энергобарьер уже почти истощился. Давайте обратно в нашу нычку уходить. Так, прячемся, прячемся. Хотя можно не прятаться, не сильно много он дамажит. Отлично, все. Пока мы будем подходить к врагам, энергобарьер уже потихоньку восстановится. Да, нормально. Вот я сделал 8 фрагов, почти 500 000 урона. Это довольно-таки неплохо. Так, где там враги? Ничего не понятно. Вот мы видим робота Watcher, энергобарьер. Что-то непонятное происходит. Наших всех убили, я остался один. Вот робота Watcher мы забрали. Это робот Бизон. У него вооружение... Кто-то меня дамажит. Это ты меня дамажишь? У него вооружение, в принципе, слабое, я его не сильно боюсь. Ракеты у него для ближнего боя не очень подходят. Мы видите, вы видите 600 метров ракеты. Чтобы не мешался, я его заберу. Так, а вот это по мне дамажит. До свидания. И этого забираем. Вот у меня уже 12 убийств, 622 тысячи урона. У того противника мы видим плазму. И это, в принципе, это приоритет для нас. Ее нужно убивать в первую очередь. Но мы тут еще видим дробовик, который вблизи убивает не хуже, чем плазма. Даже, вернее, еще и опаснее, чем плазма. Поэтому давайте сначала его убьем. А потом займемся плазмой. Вот уже 710 тысяч урона, 13 убийств. Что это за робот? О, так это робот, ё-моё, предатор. Это для начального уровня робот очень хороший. Ну, а я его, в принципе, не боюсь. Тем более, у него всего лишь одна плазма. До свидания. Все? Всех убили? Получили 5 голды, почти 80 тысяч серебра и 440 опыта. На этом все. Спасибо, что смотрели. До встречи.